Всем добрый день. Так, итак, чем сегодня я буду заниматься? Смотрите, мои растения выросли из горшков. И я хочу их попересаживать, вот на данный момент, это гибискус, вернее, вот фикус в таком вот горшке. Он у меня стоит на полу в красном горшке. И он уже вырос из этого горшочка, вот такой, видите, горшок. Он просто уже вырос с него. Даже его клонит. И я хочу к нему еще подсадить гибискус. Я отсаживала от вот этого гибискуса, потому что он был совсем маленький. И вы знаете, этот цветок оказался настолько красиво цветущим. Несколько раз он скидывал бутоны, но тем не менее на день распускались бутончики. Я вам ставлю, покажу, какая красота. Боже, как красиво он цветет. Вот этот, кстати, гибискус ни разу не зацвел, зато этот молодец. Я хочу посадить эти два растения вместе и, возможно, еще не знаю, посажу к ним вот это рео. Почему? Потому что тоже здесь корни уже вылезли наружу, но у меня нет для него горшка. А так как эти растения небольшие сами по себе, большой горшок для них тоже нельзя давать. Поэтому, ну, в общем, я сейчас посмотрю, как. Может быть, я планирую одно сделать. Значит, горшок, керамзит, как всегда, земля. Сейчас я еще немножечко подсыплю землю, потому что мало. Свои цветы я вчера все удобрила яичной скорлупой. Вот они вот здесь с белым таким налетом. Это яичная скорлупа. Теперь надо как-то аккуратненько его высунуть отсюда. И в этот горшок я хочу посадить шифлеру, ту, которую я пересаживала первый раз, верхушку. Она опять, естественно, дала корни пошли вверх, малое место. И я хочу ее пересадить в более большой горшок. У меня как раз вот этот вот освобождается. Я в него посажу. Я хотела посадить маленькую шифлеру. Вот видите, какой красавец. Уже обмотал везде своими корнями. И керамзит тут у нас есть. Сейчас мы его как раз в тот горшок и поставим. Керамзит. Я хотела пересадить шифлеру маленькую в большой шифлере. Но, честно говоря, знаете, я побоялась трогать большую шифлеру. Почему, объясню. Вы помните предыдущее видео, кто не смотрел, посмотрите, я пересаживала большой фикус. Но вы знаете, он у меня практически погибает. Я его разделила все-таки на две части. Может быть, верхняя часть даст корни. Я сниму о нем видео, но что-то ему не понравилось. И я даже теперь не хочу трогать шифлеру большую. Потому что, дай бог, она тоже что-то не понравится, а дерево хорошее, большое, красивое. Поэтому я посажу маленькую шифлерку отдельно и пусть растет себе в этом горшочке. Так, значит, видите, керамзит сюда высовываю, потому что он мне здесь очень даже пригодится в этом горшке для шифлеры. Так, теперь надо его посадить так, чтобы ему было комфортно. Вот так, наверное, я его даже как-то... Видите, он клонится. Я же его еще хочу посадить вместе с гибискусом. А гибискус, он тоже хорошо растет. Нет, я вижу уже, что рео сюда не поместится однозначно. Поэтому я даже не буду пробовать рео пересадить к ним. А вот гибискус поместится. Не очень мне удобно, что земля стоит на полу, но, честно говоря, некуда больше было поставить. Столик маленький, другого места у меня уже нет, где снимать видео. Поэтому можно, конечно, было на полу, но не очень удобно. Ничего, мы с этим справимся. Сейчас я досыплю землю.
чтобы стоял этот фикус. Не знаю даже, как до сих пор его этот фикус название. Так, теперь я хочу аккуратно вытащить гибискус. Хотела его посадить к этому гибискусу большому. Вот, но потом подумала, что не буду. Так, это тоже надо аккуратно вытащить. Да, растения мои разрослись. Те, которые я высаживаю на подоконнике, они все идут практически, ну, когда уже вырастут, они все должны пойти на пол. Горшки, которые напольные. Тоже гибискус такой разросся и не хочет вытаскиваться. Вот. И поэтому они рано или поздно должны были перейти в другой горшок. Но у гибискуса тут тоже такая корневая разрослась. О, достала. Так, тут тоже надо керамзит брать. Так. Пусть поживут в соседстве, ничего страшного в этом нет. Если они друг другу будут мешать, они покажут это. Поэтому ничего, пока есть. Потесняться, можно так сказать. Я смотрела видео одной девушки, женщины. Она живет в Америке. И у нее растения. Тоже мало места. И она садит спокойно растения в один горшок, несколько растений. И они у нее прекрасно растут. Поэтому посмотрим, как у меня будут дружить. Или не будут дружить. В общем, проэкспериментируем. Хороший тоже гибискус, хорошая корневая у него. Не хотела я вмешиваться в его корневую, но надо, потому что надо убрать керамзит. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот корневая. Так, сейчас я его поставлю так, чтобы это было вот так вот, наверное. Чтобы это было как-то красиво все вместе сочеталось. Кстати, все хочу снять видео, ну, надо будет. Вот этот самый большой у меня фикус, который стоит в гостиной, он, его уже нельзя пересаживать, он большой. Если растения нельзя пересаживать, то, ну, если вы не можете их пересадить, то в них надо, естественно, заменять грунт и, ну, то есть верхний слой или досыпать просто землю, или же немножечко откопать верхний слой земли и досыпать новое. Вот я все хочу этим заняться, потому что я его уже не пересаживала. Да никогда его не пересаживала. Как посадила года 3-4 назад, так и все. Поэтому надо ему тоже добавить грунт. Его тоже сниму. Как буду добавлять. Вот эта земелька хорошая, мне нравится. С какими-то даже уже удобрениями, чернозем. Так, это ж тебе надо так выровнять, чтобы ты не клонился. Фикус. Надеюсь, что этим ребятам все понравится.
новая земля, горшок. Это, кстати, листик уже нехорошего цвета. Так. Сейчас я посмотрю, как это выглядит. Земля, конечно, везде, на столе и на полу, ничего, все уберем. Ну, вот так вот, в принципе, они будут жить вместе. Это гибискус. В принципе, гибискус, видите, он какой вырастает, он большой растет, как и этот фикус, поэтому им будет вместе хорошо. Ну, если они друг другу начнут мешать, я же говорю, они покажут это. А так, в принципе, один и второй большие, листья большие, поэтому, я думаю, это будет красиво. Главное, чтобы им понравилось. Так, теперь я сейчас все уберу, и будет часть вторая. В этот горшок я после этого фикуса буду пересаживать шифлеру. И вам это сниму. Это будет часть вторая. Вот так. Такое вот, такая вот пересадка.